Мальчишки против девчонок в перетягивании каната, да еще вместе с родителями. Русские зимние забавы точно не дадут замерзнуть, а главное – заскучать. Взрослые и дети дружно соревнуются в ловкости и силе на традиционном празднике «Игры нашего двора». Его провели в Голицыно уже в третий раз. Идея нашего проекта заключается в том, что родители сами организаторы этого мероприятия. Они инициируют мероприятие, они оповещают родителей, ищут детей, которые будут участвовать, и на самом мероприятии управляют самим праздником. Собраться вместе с детьми, друзьями, соседями, повеселиться на славу, отведать горячего чая со сладостями прямо на улице – в наше время настоящая роскошь, считают организаторы. Но именно такой досуг объединяет и запоминается надолго. В нашем мероприятии мы используем все наши старые добрые игры из детства. Перетягиваем канат, бросаем мяч в кольцо, какие-то силовые единоборства, снежный бой. И дети, они вспоминают, что это здорово, что интересные игры есть не только на компьютере. Проект «Игры нашего двора» проходит в 15 городах Московской области. С каждым разом он собирает все больше людей. И это неудивительно. Активный отдых с самыми близкими – это настоящий праздник. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».